В канун Международного дня инвалидов республиканский филиал Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане подвел итоги 12-летней деятельности. Немаловажное значение в работе организации имеет межведомственное взаимодействие. Партнерские отношения помогают в решении насущных проблем ветеранов во многих сферах жизни. Так, благодаря указу главы республики, с 1 января 2012 года участники боевых действий получают дополнительную финансовую поддержку. Инвалиды первой группы – 900 рублей, второй – 700, третий – 500 рублей. Итоги работы, проделанной организацией за 12 лет, впечатляют. Ровно два года назад в этом же зале мы отмечали десятилетие нашей с вами организации, и я рад, что за это прошедшее время ряды организации более стали сплоченными, большее количество наших ветеранов и инвалидов стало объединяться в этой организации. Чувашская республиканская организация. Одна из наших самых устойчивых, надежных, лучших организаций, которые существуют в Общероссийской общественной организации. Геннадий Петрович был доверенным лицом кандидата в президенты Путина Владимира Владимировича. Он участвует в работе Общероссийского народного фронта. Это большое доверие тоже, и это действительно признание. Сегодня можно смело говорить о законодательной инициативе, об издательской деятельности. Почему? Потому что законодательная инициатива наша проявлена, поддержанный руководством республики, нам удалось зажечь клуб, военно-патриотический клуб «Ильгужар» Шумерлинского района, и 20 человек мы поехали в Сызрань в 2008 году. И результатом того, что мы вот начали вот эту вот пропаганду выбора профессии военного летчика, в этом году дало плоды, результатом этого явилось отмечено то, что наш выпускник 61-й школы, который к нам приехал, Алексей Васильев, на сегодняшний день является лейтенантом военно-воздушных сил, отлично закончил это училище. В торжественной обстановке были вручены награды общественных организаций активным членам Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны». Медали за помощь и содействие ветеранскому движению были удостоены и наши коллеги. Руководитель продюсерского центра радиовещания Национального радио Чувашии Олег Прокопьев и редактор Национального телевидения и радио Чувашии Родион Архипов. А в завершении для гостей торжественного мероприятия была подготовлена концертная программа. И разлетелись, как осколки, кто куда, но всех собрала наша детская мечта.